А перед просмотром данного ролика просим вас подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем проходить испытание «Одинок вопить». Посмотрим, какое у нас задание. Есть тут один вопитель? Король Эдуард, слыхали? Такой злобный, что никак подругу не подыщет. Его даже охотники не трогают. Ничего не боится, подлец. Говорят, лошадей не любит, но проверять неохота. Своя шкура дороже. Так, одинокой вопите. Нам надо выследить вопите. Так, вот. Здесь общество охотников. Здесь нам надо... Здесь видели последний раз следы вопите. Ох, так. Идем. Как? Я буду на месте, я включу запись. Ну вот, ребят, все. Я дошел до места. И мне сказали найти вопите. Сейчас, ну так, все. Вот видите, вы одинокий вопите. Выследите следы вопите. Для этого включаем орлиное зрение. Найдите вопите, убейте. Так, это он? Да, это он. Да, мы нашли золотую цель. Так, ищите золотую цель. Так, сейчас мы попробуем взять приманочку и сыпнуть. Да, сыпнуть. Так. Это плохо, что он к нам не подходит. Я, если честно, не хочу к нему идти. Боюсь спугнуть. Так, ну-ка, давайте еще приманочки. Просто боюсь спугнуть его. Нет, ну я сюда не допрыгну. А вот отсюда уже самый раз. Да! Всего, мы прошли задание «Одинокий вопите». Надо теперь снять шкуру. «Одинокий вопите», задание выполнено. Ну вот и все, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайки. Всем пока.